Куда пробираемся? В темно-синем лесу. В темно-зеленом. Дебрями. Смотрите, куда идут мы лесами темными. Сейчас на зон полиция уже приехала. Бредут. Короче, горами высокими. Мы для вас решили снять все. Мы же в миллиораторе. Подошли. Мы несем, мы то, что знаем, туда и едем. Да, то, что вот. Много вы расспросили. Да не, ну вот я за миллиоратор, я знаю, родители говорили, что да, тут жили где-то. Или рядом жили, или через него они ходили. Я уже запутался. Они ходили через него. Мама пусть напишет про миллиоратор, да, в комментариях, откуда она. Что-то здесь продают интереснее. Наверное, они жили где-то там вверху, а шли через миллиоратор купаться. Наверное, как-то так. Поэтому... Тут большая, да? На, держи. Да. Все, ты понял, что это не твое? Вон автостояночка имеется. Охрана. Это охрана. Да, что здесь много машин. Это, наверное, столовка. Да, я вижу весы. Это, я понимаю, тоже с тех времен еще, да? Да, да, да. Это, наверное, база с тех времен. Прямо пахнет. Детство. Столовая, слышишь, какой? Да, прямо столовка еще та. Господин, да. Да, идем мы. Идем мы. Идем. Поразительные дети. Идем. Столов. Это служебный вход. О, хочешь, я тебя взвешу на лица? А сколько ты отъелся? Дома. Интересно, мы тут отъелись или похудели? Пишите в комментариях, кто нас видит. О, виноградик вон по дороге зато продают. В этом году, конечно. Все озвучивать, да? Да, виноград 25 гривен. О, зеленые листики. О, песочек. Скорая приехала. Или она тут стоит все время. Корпуса где? Вот корпуса. Вот люди же. Я говорю, винограда в этом году очень много. 15 рин, персики, 25 виноград. Мы даже... Толстый персик 5. Мы в этом году, что я только на дереве нарвала персиков. И все, что у меня персик... Это тут люди жили, да? Ну да, вот как раньше. Помнишь, вот эти вот заборчики? Так. Что там еще? Не, я думаю, что это скоро, наверное, все время стоит. Будет ему это плохо. Специальная площадка. Коттеджи со всеми удобствами. Супер. Домашняя кухня. Домик у моря. Ого, вот это точно. Территория большая, да? Да. Смотрите, какие тут корпуса. А вон уже, смотри, маленькие домики. Пошли туда. Это что нам рассказывали только что, чтобы нас строили. Это бывший миллиоратор. Сейчас, вообще это вообще новый миллиоратор. Какого предприятия? Большой. Да, ну да, большая зона. Видишь, там получается. Да, мы как по краю идем. Потому что вон, я так думаю, что там вся. Сказали, что это центральный склад. Давай заберем туда походу. А вот-вот. Видишь, уже такие варианты, типа, отдельно. А гамаки у людей. А вот старые корпуса еще. А это новые? Ну да, я думаю, это новые. Домик у моря. Это, наверное, они есть. Реклама «Домик у моря». Домик у... А, ну правильно, где еще повесить свою рекламу, как на «Домике у моря»? Что я хотела там еще кому-то что-то было спрашивать? Все время забываю отвечать. А, про велосипеды опять несколько вопросов. Чьи-то велосипеды? Велосипеды наши, и мы их везли в багажнике в разобранном виде. Ну как, в смысле, Валера снял два колеса и педали скрутил. По и два? Тогда, да, по два и педали полностью открутил, и тогда они у нас влезли. Ничего себе тут территория, идешь, блин, да. Стал идти уже. Он так на море. А он там что-то видит. Да, я вижу, я показываю, я все снимаю, все фиксируется. Как туда говорить, у нас все одним кадром. У нас все. О, там как-то, там вообще что-то серьезное. Ну, то мы пойдем на обратном пути. А это что такое? Это тоже жилье? Это столовка какая-то. А это жилье, да? Скажите, пожалуйста, это уже жилье, да, здесь? А сколько стоит жилье вообще? Сейчас, я знаю, сезон 700.
700 это 3 человека? Нет, 4. 4 да. человека? Это со всеми удобствами? Да, там ваш душ под ключ, ваш туалет под ключ. Это вот стоянка. Здесь общая, да? Да. Под ключ? А в смысле... На 4 домика. На 4 домика. Ага. Ваши там... только у вас ключи, вы идете в туалет под серая дверь и тут душ. Ага. Понятно. Вот машина, там 100 на улице, 100 внутри. Для машины место. Да. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Поняла. А, вот машина ставится. Да, класс, в тенечке, под навесом, слышишь? И вон там ну, я так поняла, что это все у каждого отдельное тоже. Смотри, хозяева. Идут, типа, да, да, да. Будет. Смотрите, какая площадка с песочком. Потому что я думаю, что вот это уже другой хозяин. Потому что по-другому сделано. Да, по-другому даже сделано, это уже видно. А, это ж... одного хозяина мают, это а. А, ну да, вот это там. А, так это же мы тут... где-то были, подожди. А, или мы были там, да. Не помню, где мы купались. Это так симпатично. За бугром, чтобы море не штормило. Ну да, ну да. Интересно, интересно. Что-то люди все идут навстречу, какие-то не улыбки. Не какие-то злые. Злые. Да, наверное, да, да. Море плохое. Сейчас море. Посмотрим. Сейчас пойдем посмотрим, какое. Одни прошли злые, другие злые. Ну, собачки тут. Ты что, злишь людей? Да, я иду их всех снимаю. Не зли людей, пожалуйста. Я буду снимать. Люди, я вообще иду. Люди, улыбайтесь. Иду. Да, надо улыбаться. Я приболела и смеюсь, и смеюсь. Вот тут, видишь, тут другое жилье какое-то. Он сдается. Кстати, можно реклама. 068-795-0890. Это здесь, да? Да, это здесь, вот. Такой симпатичный. Выходим на море. Прямо на берегу моря. На берег. Посмотрим, вот. Что там на берегу. Ну такая большая территория. Ну да. Так. Идем, идем. Ого. Ого, тут людей. Здорово, слышь. А куда тут можно выйти? Выйти? Нет, иду. Ого. Ну здравствуй, мелиоратор. Ого. Сколько на берегу? Видишь, траву здесь. Не убираю. Ого, здесь людей, да? Ага. Ну, эту сторону пройдем. Тут все продается. Хоть живую на вас посмотрите, а то все с этого. Да. Как вас видеть? Спасибо. Спасибо. Так, что-то здесь тоже. Кафешки, кафешки, люди отдыхают. Море тоже, смотри, мелкое, долго, да? Угу. Ну, тут везде, я так понимаю. Кафе. Мелко. Не маши, как шашка. Да вот это вот, что-то я не могу все приучить. Души. Души. Души, понятно, не пляшут на людей направо. Продают всякую эту. Штучки, дрючки, да, кукурузку. Сегодня у нас что-то тут аншлаг. Август месяц, травы много, конечно, там все пытаются и убирать, видишь? Да, грибают, это, наверное, грибают. Сложно, 3 дня, шторм. 3 дня был шторм, а это, наверное, тоже какая-то кафе. Кафе, да. Кафе-бар. Ну, смотри, тут прям посередине продают все. Как-то движение такое. Угу. Мне что-то напоминает Черноморск. Мне вот это такое все время напоминает Черноморск. Смотри, вот сейчас пойдем вот этой дорогой. Да. Ну, в общем, понятно, там да, пляж. До конца? Ну да, что это бывает, это же интересно. Насыщенно. Потом будешь сама зимой смотреть. И думать. И интересно будет. Теперь найдешь наше место? Так. Пусть по себя узнают. И сюда сидите, отдыхать. Ну да. И на пляжике с сигареткой. Балдеть, типа я. Лучше всех. Кафе. Пью, курю прямо на пляже. И главное, с утра. С утра, да. Кто же пьет в 10 утра, скажите? Ну, ёпарас. Все, они на отдыхе. Ну, я же не знаю. Так, ладно, пошли обратно. Пройдем. В общем, смотрите, сколько людей, кому нравится мелиоратор. Или напротив мелиоратора вот такой вот пляж. Идем дальше, идем по центральной. Да, мне море такое, мне даже евгенически больше все-таки нравится. Море, ну, это правда. Дед, ну мы сейчас будем проходить, я ее покажу еще. Ну, тут, наверное, шашлычки, кафе.
А тут кому дует ветер, наверное, смотри, отдельная зона. Сейчас покажу. О, маслина. О, мы теперь знаем, что это маслина. Спасибо, что написал, что да. Это маслина, а не амплифи. Видишь, тут отдельно лежат люди. Ой, покушать можно, да. Здесь сразу, не отходя от кассы. Так, да, движняк такой, да? Тату. Тату в салон. Кто хочет тату? Мохито. Здесь кому на пляже места не хватило? Нет, да, тихо. Кому море не надо? Здесь прикольно. Кафешки, мочки, пицца, гавайская. Нормально, да? Нет. Если выпить, закусить. Да, я симпатично. Пошли, так как раз детская площадка так, будет. На этой лейке пойдем. Да, конечно, по центральной покажем уже полностью мега. Да, большой. А мы шли вот там вот. Нету? Нет. Обман? Кончил. Так, ну и вот центральная, наверное, лейка, и сейчас будут корпуса. Ты меня показала? Да, детская площадка. Надо шире шаг делать, чтобы не нудно было, шире шаг идти. А. Так что-то еще хотела я рассказать. Вот он тоже корпуса. Уже записывала и записывала. Только вопросов. Летающая камера? Привет, привет, Яня. Я заболела, и меня... Видишь, эти каштаны болеют, видишь, пожелтели. Ну, видишь, даже каштаны болеют уже. От солнца. Да. Какие-то у них болячки такие. О, вот смотри, корпуса. Тоже старые, пошли. Да, видно, прошловековые. Да. Хочешь пойти спросить? О чем жили? Я не знаю. Да, кому зачем? Надо. Кому надо, сайт есть, мелиоратора тоже. Везде все. Сейчас и все есть. Все, все везде знаешь. Примерно. Это частный сектор, да, вот как мы сейчас смотрели. Других людей. Так там не знает никто в интернете, потому что. Ну да, ну да. А здесь. Можешь спросить. Скажите, а вы здесь живете? А сколько живет тут? По путевке. Сколько? По путевке. А, по путевке? В смысле, у вас какие-то проценты там годы, не да, полная 50%. 50%. На сколько 50%? Это на человека? Нет, это. На двоих? На троих. На троих? Это с питанием совсем, да? На сколько дней? 10. 10? Это получается. Ага. Спасибо. Спасибо. 50% на троих. Все туда, в тенечек. Спасибо. Ну, значит, 10-11. Полная стоимость, правильно? Да. На троих. Вот уже отсюда исходите. Это вот такие корпусы, только я не понял. Туалеты, души. Да, где-то нету топчика. Ну, если в таком корпусе живешь, наверное, на корпусе, на этаже, как в экспрессе у нас было. Ты же 10, 1100 на троих, да? А, да нет, это у нас, ты что, ну 300 гривен. Номер 1100. 5500 на 10 дней, 550 гривен у них. Это 50%? Да, а так 1100 на троих. Ну, 1100 на троих, это со всеми удобствами. Нет, это просто питание на троих. А, с питанием же со всеми. Ну, пускай 400 гривен жилье и 600 гривен по 200 гривен на человека питание. Ну да, да, вот вообще корпус, да, видишь? Тоже, смотри, обратите внимание. 5500 на троих. Рекламу. Подстрижены кусты. Угу. Смотри, какая сосна почти. Это прикольно. Это вообще, вот... смотри, это я таких же корпусах тоже. Ну, такие вот парки, напоминают. Волушки, я помню. Слышишь, вот эти вот розы посаженные, чайные. Вот эти аллеи каштанов, тополей, березок, елочек. Еще не хватает вот этих шишечками. Шишечками? Кого шишечками? Вот эти аллеи. Ну, вот эти деревья. Деревья с шишечками? Да, с шишечками. Ну что, не деревья? Корпус один. Не, ну, конечно, ностальгическое такое тоже, да? Да. Такой выходишь утром. Я как будто по экспрессу сейчас. Ну, это когда, как в детстве отдыхали многие при Советском Союзе. Все так же осталось. Внутри интересно, как. Ну, смотри, окна те же еще старые, деревянные. Видишь, синие. Старые, синие еще даже не... Ну, типа они не нужны тут эти, да? Пластиковые. Тут же не холодно. Ну да. Ну, да. Да я тут. Да, да. Он кинозал. О, смотри, кого? О, вот это акула, смотри.
крокодил. Не, это черепаха. Черепаха. Да, а чего это вот это вот 280, а это 520? А, другая. Смотрите, размеры. Больше. 2 на 1,70 объемами. Нифига себе, смотри, какие красоты. Ой, мне нравится. Такую я хочу акулу. Она... Да, она вообще цвет такой. Черепаха. Я хочу такую черепаху. И фоткать на пляже, да, за день? Да, с ней можно. Она громадная. Это я вижу, что можно. Черепаха. И это, смотрите, это 1,50 на 1,27 А это получается. Это такая более даже реалистичная. Это какая-то. Да, она какая-то. Ну ладно, спасибо, хоть знали. Да, то я думал, видел у кого-то, думаю, где-то продается хоть такое. А, хорошо. Ну потом, может. Все. Пойдем. Да, все есть. Мячики, все эти. Вот эти штучки, дрючки. Да, и мед даже, видишь. О, зладички. И купальник. В общем, все продается. Экскурсии. Вещи всякие. Здравствуйте, а кто здесь? Да. А прозрачные не длинные, нету тут. Только одна вот эта вот и все. А что-то что это? Понял, 350 уже распродажа, а внешне. О, еда уже. О, столовая. А там написано, интересно, чем кормят. О, едальня, о, столовая. Едальня, едальня. Не, не пишет. О, он режим есть. Где? А что ты хотела? Режим. А раньше писалось. А, меню? Завтрак, обед и ужин. Меню типа? Да, да, да. Ладно, все вроде бы, да? Прошлись, показали. Нормально, жить можно, да? Вон там танцплощадка, смотри. Пойдем потанцуем? 80-е? Да. Три карася. Все, что скажешь? Ставим лайк. За что? За наши труды. За наши труды, да. Да. А там как хотите, да. За жилье ставьте, не ставьте. Да, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.